Андрей Кучумов участвовал очень успешно. Не квасом земля полита. В каких ни бытай краях пол-литра. Всегда пол-литра. И стоит везде трояк. Поменьше или чуть побольше копейки, какой рожон. Но чтоб разделить по-божьи, тут очень расчет нужен. Один размечает тонк, другой на глазок берет. И ежели кто без толка, всегда норовит вперед. Оплаченный процент отпит, и Вася гуляй, беда. Но тот, кто имеет опыт, тот крайним стоит всегда. Он, зная свою отметку, не пялит зазря лицо. И выпьет он под конфетку. Хоть чаще под сукнецо, но выпьет зато со смаком. И сдаст подходящий стон. И даже покажет знаком, что выпил со смаком. О! И первому по затылку отвесит, шутя, пинка. А после он сдаст бутылку и примет еще пивка. И где-нибудь между досок блаженный приляжет он, поскольку культурный досуг включает здоровый сон. Он спит, а над ним в полнеба немеркнущий звездный тир. Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят. И грозную славу эту признали со всех сторон. Он всех призовет к ответу, как только проспится. Куется ему награда. Готовит харчи нарпит. Не трожьте, не надо. Пускай человек посмотрит.